Блин, Рики, ты что, сидишь и все время смотришь ХД? Заодно проверим, работает плашка или не работает. Бля, распалась на две части. А, блядь, нет! Да. Не взрывайся, не взрывайся. Да блядь, что такое? Разве она должна так взрываться? Плашка, по крайней мере, горит. Нисака починил плашку. В смысле? Ну я хуёвый или нормальный? Потому что не знаю, как это объяснить. У себя на Твиче я качество поставил 3000. А тут 1500. А, и 60 FPS. Интересно, видно 60 FPS или нет? Нормальный интернет, нормальный сервер. Все заебись. Омск жив.
New Record. Нет, 720. 1080 я не пробовал, потому что хуй его знает, может у меня пика не потянет или еще что-нибудь. Симулятор жидкого сала. Ну это, кстати, самый конченый из всех уровней в этой игре. Он отвратительный, он мерзкий и он, блядь, сложный. Походу это все проебал, все, что может не надо рестартиться. Сейчас посмотрите. Отрыжечка. Ухнул. Моча уже была, по-моему. А нет, моча еще будет. Что ж это я? А все началось как кофе. Это серединка где-то игры. О, новых предметов в инвентаре. Мне еще карточку за это говно дали. Ничего себе. Окей. Я рад. Летели. Путешествуем по анусу. О нет, стоп. Не, ну, Рики то же самое, да, у меня тоже он не выключается, но вот так прямо сидеть. Бля, а что ты сделал, когда я не помню? На следующую неделю. Зря.
Да. А не успел. Рики, не наговаривай на себя. Слишком хороший. Холод от свекла. Свеклы. Что-то он морг кинул. Пони. Давай, 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 давай. Газу, газу. Так что, пони, не холодно? Что вы на Икею наговариваете? Да, да, Бяша, да. Симулятор гея. Попчанский накончали, и сейчас вот надо добраться до победы. А, стоп, стоп, точно, что я делаю? Шарик же этот, он же нажимает. Мы-то уже по этому, по анусу путешествуем, да? Так-то да, сперма надо, сперма. Так, у меня быстрее. Не успею. Так, пакье. Тут. Извращенцы такой груз. Все, добрались. Смотрите, что с ней происходит в анусе. Она всасывается к вам в тело, в мышцы. Вся суть. Сперма путешествует по капиллярам. Так что не надо кончать в жопы. Аккуратно с этим, пацаны. С
Сперма теперь у вас в мозгу, в крови, в сердце. Не ешьте сперму ни в коем случае. Вот. Видишь, что с ней происходит. Шприцы в теле. Рак. Сперма теперь рак. Надо наверх. Надо вниз. Длинный уровень. Ну смотри, четвертак. Ему кончили в рот, сперма попала в анус и впиталась в кровь. Здесь, конечно, не буду идти на победы, на золотые медали. Очень сложно. Хотя бы просто пройти. А, быстрей! Наверное, не надо было торопиться. Работает, лол, Мисака. Давай, шприц, давай. Вот почему банда героинчиков самая умная из всех банд. Потому что героин лечит от всех болезней. Вот, мы добрались до сердца, пацаны. Даже с золотой медалью. Смотрим кинцо. Пришло время помочиться, пацаны. То есть, мы попали в сердце, а играем за мочу. Вот так вот. Где вам еще удастся поиграть за мочу, и, блядь, моча убивает крысу? И мы теперь играем за какую-то хуйню из крысы. Как вам сюжет?
так. Блять, охуенно. То есть вот, вот интересно, у него моча как кровь у чужого. То есть все попало. На крысу, блядь, растворила, нахуй. А, и она еще приклеивается к волосистым стенам. Понятно. Ну да, все. Была его моча, теперь это дерьмо крысы. По-моему, фейл. А, не, нормально. Поехали. Вообще, это не дерьмо крысы, это то, что осталось от крысы. Половину говна крысы сгорело. Идем дальше. Могу победить. Ну, не открыл? Господи, боже мой, открывайся. Рики, тут еще дальше будет еще интереснее. Лучше, чем в Mass Effect. То есть на 100% лучше будет. Так, что здесь нужно делать? Понятно. Что-то я сам себя наебал. Бля, Жак, пиздец. Вот, вот Диша реально. Диша проблемы, надо что-то с этим делать. Диша болен. Бухает и бухает. То есть, ладно бы там кололся. Но, блин, бухать. А, что я сделал? Что мне здесь делать? Да ёб твою мать, что делать здесь. Кашка там сползет. Это что-то так надо, наверное, делать, да?
Да. Не, стой. И как это... А, блядь. Ну давай. Иди сюда. Мочи. Видите, мочи. Ну, просто теперь-то я ее точно пройду. Я тогда ее забросил. Теперь я ее пройду. Пойду ее на стримах. Симулятор мочи. Ты же сам видел. А почему жидкость должна бояться циркулярной пилы? А, она и не боится. Она просто не дает двигаться. Понятно. Не-е-е, нахуй, нахуй. Игра говно. Боку на пика. Battle Tots. Приключения мочи. Учитывая, что моча погибла в первые же секунды игры, кажется, это фейл. Да-да-да, оп, окей. Наверное, да. Окей. Не прокнуло. Дальше. Да ёпта. Сейчас еще разок. По-моему, слишком много мочи. Да блин, что такое? Вот. Вот. Еще разок, давай. Теперь вот так, давай. Похуй. Сойдет. А, ну и супер, конечно, да. Все сгорело. Кстати, хорошие у них канализации. Вот у нас, я уверен, в канализациях огня нет. А у них какие-то огненные канализации. Завидую, канализация вообще хорошая.
Не, ну это не смешно вообще. Зачем такое делать? А, отлично. Супер. Закинула кусок сопли, и сопля открыла. Ну да. Это русская моча. Моча самого Жириновского, да, она засланная. Бля, пиздец, а как так получилось? Ну ладно. Всех крыс. Стоп, стоп, назад, назад. Вот, 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 вот. Куда? Супер. То есть смотри, Рики. Они убивают всех крыс. У них не из чего начинает делать гамбургеры, и они все умирают от голода. Американская нация погибла, потому что закончились гамбургеры. Я обманул цепилы. Надо эти обмануть. Тебе надо в выход попасть. О, вот это, конечно, беда. Я, кстати, не вижу перехода. Когда крысиная моча стала стеклянным шариком. Кстати, сразу покажу вам, что с ним будет. Если не быть аккуратным. Треснул, треснул. Естественно, через трещины теряется жидкость. Я даже до конца не доеду. Япония, именно вот этот уровень я в джиме вообще ненавидел. Больше всех его ненавидел, потому что это нечестно. Он такой хрупкий. Обратите внимание, там тянка внутри. Нигритянка. Тянка. Тянка плавает в синей моче с хлопьями спермы. Вся суть тянок. Это купаться в моче и сперме. Бляха-муха. Бляха-муха. Блять. Я уже не доеду до конца. Скорее всего, все потеряю. Я не помню, что надо делать. Good. Понял. Все понял. Так, ну тут до финиша я уже помню недалеко остался. Доехали. Ну, понял, я только что показал, чем это закончится, если со всей дури ебашить. Спасибо. Я вам благодарен. Вам доехать до конца, до финиша. И это невозможно, наверное. Да. Тяжело. Не помню, я, по-моему, даже его, когда первый раз играл, скипнул. То есть тут за игру можно 4 раза скипнуть уровень. То есть скипнуть 4 уровня. Там какие-нибудь супер хардовые.
Придется потом отойти. Все. Сразу рестарт. Пони, у меня этот звонок стоит с 2000, по-моему, 6 года. Я его не менял. Вроде говоря, я уже ненавижу эту песню, но просто если я поставлю что-то другое, я буду ненавидеть это другое. А так у меня уже есть ненавистная мне песня. Что пусть играет. Нет. А телефон у меня с 2005-го. Трудно поменять идеальный телефон. Азаза. А, ньюфак какой-то стримирует вообще. Новенького взяли вот сегодня. Я не знаю, пацаны, кто вы. Короче, привет, пацаны. Меня зовут Максим. Я пришел к вам с сайта Dota Gaming. Мне вас порекомендовали. А еще я... Карина моя подруга. Она мне тоже порекомендовала этот сайт. Говорит, вы тут хорошие парни. Йо, пацаны, не надо меня травить, пожалуйста. Не надо. Не надо меня травить там. Я боюсь. И мамку, главное, мамку не трогайте. С Питера? Не-не, там рядышком. Из Москвы. А что за фур такой? Я боюсь реквеста какого-то. Вот почитал у вас в гайде, что у вас некий реквест. Вот я его боюсь. Все, что 1000 рублей жалко для друга. Ладно, я нормальный. А вы что тут, типа элитка? Будете мне тут еще. Я вам игры стримлю. Спасибо, должен сказать. А вот как превращается шар в нечто другое, нам показывают. То есть как превратилась моча в шар, не показали. Давайте плашкостим устроим. Надо сделать так, чтобы на ХД можно было прерывать так же легко, как и на ЛС. И плашки поверх лепить обязательно. Что надо сделать здесь? Ну, нет, не помню. Но позже. Мне сейчас надо уйти будет. А как я потерял ее? Ладно. Мне при этом слове больше Reinforce из игры Kingdom Rush.
рычажок попозже. Давай, это далеко. Изи. Давай, 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 давай. Ну, бляха, муха. Давай тогда завтра. Просто я сейчас никак. Завтра ж нихуя себе по воскресеньям работать, бля. Йо. Мне кажется, здесь нет безопасного места. Нет, есть. И до скольки ты работаешь? Ёбаный в рот, нихуя себе. Пиздец. Да, хуёвые у тебя смены. Так, гуманитарии, скройте стрим, вы не поймете этого уровня. Это чисто технарское вообще. Для умных. И сразу же я запорол чертеж. Все, мне этих денег не дадут. Мисака, я не могу притвориться гуманитарием, это очень сложно. Потому что я технарь, технобог, мастер рейс. Хорошо, что мне не надо притворяться. Да-да. Бля. Тихо. Я сейчас могу вот это добить. Раз. Вот Рики технарь, вот завидуйте все. Сразу видно, что технарь. Кстати, вот следующий уровень будет такой охуенный. На этом я пока остановлюсь.
Продолжим, может быть, попозже. Вот это один из лучших здесь уровней. Вот вам и тайтл игры. Кстати, тут прикольная штука есть. Оказывается, можно... Где-то это... Это я узнал только пару дней назад. А, нет, это мюзик. Стоп, час. Ну, короче, можно тут вот самому все что-то делать. Кстати, стоп. Если... А, ну тут много чего закрыто. Вот, все закрыто, да. Water, X-Ray, Ink. X-Ray, допустим. Вот я здесь сперма. Потом, может, попозже, если стримов не будет. А, не будут. Поэтому же будем вместе смотреть. Все, всем пока.